Всем, друзья, привет! Сегодня у нас будет небольшое обзорное видео курточек из магазина New Chic. Я думаю, стильные, качественные и очень прикольные куртки нужны всем. Вот, и если они вам понравятся, вы знаете, что делать. Итак, поехали, приятного просмотра. Две хорошие куртки из магазина New Chic. Мои давние зрители знают, что заказывать различные товары из магазина New Chic я стал очень давно и всем доволен. В этот раз мне пришли куртки. Вот такая стильная, из кожи молодого дермантина, хотя за свою стоимость она очень даже ничего. И спортивная повседневная куртка типа ветровки, очень удобная. Для теплой зимы, либо для осени или весны самое то. Материал куртки искусственная кожа, выглядит хорошо, тем более в коричневом цвете. Внутри подкладка из овчины, она мягкая и приятная. Очень порадовал воротник, его можно закрыть прямо под бороду, и ветер будет не страшен. Молнии везде очень хорошие, легко открываются и закрываются. Все удобно, функционально и просто. Сидит он на мне впритык, хотелось бы немножко больше, на полразмера, но в общей сложности нормально. Таблица размера в магазине понятная и простая, так что с размером, думаю, вы не ошибетесь. А это у нас легкая красочная спортивная куртка унисекс. Я думал сначала, что она мне подойдет, но судьба распорядилась по-другому. В данной расцветке она будет идеально девушке. Что сразу могу отметить, так это ее вес и материал. Весит она почти ничего, и сложить ее в небольшую сумку не составит никакого труда. Сделана она из полиэстера, и несмотря на свою тонкость, ветром она совсем не продувается. И осенью, либо теплой зимой, как сейчас, гулять на улице очень комфортно. Капюшон можно застегнуть, как вы видите, максимально высоко, как вам будет удобно, и затянуть веревками. В общем, посылками доволен, в магазине есть много прикольных шмоток и не только. Я лично вещи из Китая заказываю именно из New Chic, и меня все устраивает. Кстати, а вы заказываете шмотки из Китая? Если да, то поделитесь, что заказывали в последнее время, и как вам они вообще подошли? Эта куртка, как вы видите, парням не очень идет, тем более в этой расцветке, но я думаю, девушкам сгодится. Моей, по крайней мере, понравилась, и как раз она на нее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение, как вам сегодняшние товары. Я понимаю, что они бомбезные, наверное. Вот. А также пишите, ну вообще, как вам они, как вам куртки, может у вас есть что-то подобное. Всем спасибо, скоро будет много интересного. Всем пока. Кстати, кто не видел мой видеоблог с Египта, там ссылка там в описании будет, наверное. Обязательно, если вы любите влоги, посмотрите. Угу, классно получилось. Пока.